Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам про антуриум сорта Андре. Это самый неприхотливый цветок. Ну, в народе его называют мужское счастье. Каждый уважающий себя мужчина должен иметь этот цветок в доме. И любящая женщина тоже. Есть цветок мужское счастье и спатифилиум женское счастье. Он сейчас у меня не цветет, поэтому я расскажу про мужское счастье. Цветок этот развивается и цветет в доме постоянно. Ему не надо не поддерживать влажность воздуха. Сухой воздух он очень хорошо переносит. Листья у антуриума бывают разнообразной формы, сердцевидной, округлой. Встречаются виды с листьями рассеченной формы. Поверхность листьев бывает матовая и глянцевая. В условиях влажного тропического леса листья антуриума обладают уникальной способностью. Они поворачивают свои листья вслед за солнцем. Цветы бывают разнообразных оттенков, от плотных лакированных, насыщенно красных до нежно-белых. Есть лиловые, бордовые, даже зеленые. Еще в последнее время выявили сорт с черными цветами. Цветки разных видов пахнут по-разному, от едва ощутимого до очень сильного аромата. При достаточном освещении цветок антуриума может цвести круглый год. А цветки держатся долго очень, они плотные, восковые. Каждый цветочек, который распустился, держится 1,5-2 месяца. Затем выпускает новый цветочек, и так он постоянно цветет. Это я омолодила свой цветок. Он размножается, наращивает высокие стволики, и стволики пускают воздушные корешочки. И когда корешочки достаточного размера, можно его срезать и укоренить в земле. Земля для антуриума подходит слабокислая. То есть я беру землю для азалий. Удобряю антуриум для цветущих растений. В комнатных условиях хорошо растет антуриум Андре и антурия Шерцера. Это два вида, которые приспособлены к нашей сухости воздуха. На улицу летом я выношу его, он очень хорошо на улице развивается, в кроне деревьев, не на открытом солнце, потому что получаются ожоги на цветочках и листиках. А если сильно первые лучи солнца попадают на антуриум, первый раз, когда вы вынесли на улицу, лист может полностью пожелтеть и опадает, и теряет свою декоративность. Листья у антуриума могут достигать до 20 сантиметров длиной, и нарастают огромное количество листьев. И получается в зеленой листве очень красивые, декоративные, восковые, глянцевые цветы. Это они молодые. Когда растение крупное, это только они начали распускаться. Они потом увеличиваются в размере и получается с ладошку цветочек. В интернете пишут, что это очень капризное растение. Ну, не знаю, у меня оно растет очень хорошо.
Никакого особого ухода, опрыскивания, влажность воздуха я не поддерживаю. Он цветет у меня круглогодично. Антуриуму нужен яркий рассеянный свет. Хорошо подходят южные, восточные, западные окна. Но если сильно притенять, то антуриум может не зацвести. Расти он будет, развиваться, листва все, а цветочки может не показать. Так что свет нужен как любому растению, так и антуриум. Антуриум растения тропическое, оптимальная температура для него 20-25 градусов, а зимой желательно содержать в помещении 16-18 градусов, где нет сквозняков и колебания температуры, которая пагубна для антуриума. Полив. Полив регулярный, тепловатой водой, каждые 3-4 дня в теплое время, а зимой поливают раз в неделю. Антуриумы любят воду, но не переносят пересушки земляного кома. И застоя воды тоже в горшке они не переносят. После полива через некоторое время нужно с горшка, с поддона слить воду, чтобы антуриум не стоял в болоте. Антуриумы нуждаются в кислом субстракте, поэтому вода, содержащая известь, от этого листья у них желтеют. Можно добавить несколько капель лимонной кислоты, гранул или лимонного сока. Это тоже антуриум любит. Еще на поверхность почвы можно разложить мох, чтобы не так вода испарялась, и тогда влажность воздуха с мха будет еще способствовать растению, хорошему росту. В период роста и цветения 2 раза в месяц подкармливать минеральным раствором или органическим удобрением. Почву для антуриума можно приготовить самостоятельно. Из перегноя, грубой непросеянной листовой земли, торфа и песка. Кроме того, в субстрат желательно добавлять кусочки битого кирпича, шишки, мох, древесный уголь. Грубая фракция должна составлять 10-15% от общего объема смеси. Почвенная смесь должна быть слабокислой. Я уже говорила, можно взять приготовленную почвосмесь, которую купить в магазине. Это для азалий почвосмесь. Подходит хорошо. Вот это антуриум Андре. Вот так выглядит антуриум Шерцера. И тот, и другой вид антуриума подходит для комнатных условий. Другие виды антуриума растут в влажных лесах, им нужна поддержка влажности. А эти два вида антуриума приспособлены для комнатных условий. Антуриум делится, размножается с помощью деления стебель. Вот таким образом. Воздушные корешки, которые укореняются в грунте, в воде держать не нужно. Это самый легкий способ укоренения. Можно еще семенами, но семенами это долго и ждать цветения довольно долго. Теперь поговорим о вредителях. Антуриум поражается щитовкой, трипсами, червецами, тлей и могут повреждаться различными паразитными грибами, которые появляются пятна на листьях и опасен для антуриума антракноз. Это заболевание листьев, начинают усыхать края и при сильном поражении отмирают растения и погибают. Ну, с этим всем можно бороться. Для этого придумали очень много препаратов, которые помогают в борьбе с вредителями. Так что это не беда для антуриума.
Например, самый лучший препарат и легкий в борьбе с вредителями, с теми же щитовками, это Актара. Берем один пакетик 2 грамма и разводим 1,5 литра воды. Растение напитывается, поливаем понемножку, много не надо. Растение напитывается, начинает выделять через листики, через цветочки. Вредитель начинает покусывать растение и погибает. Это я вам рассказала народным языком. Есть еще научные термины, но я вам рассказала, как я это представляю себе. Рекомендую всем держать этот цветок в доме. Это очень замечательный цветок. Лаковый, красивый. Он мне очень нравится. Он достигает таких больших размеров. И замечательно растет в комнатных условиях. Желаю всем хорошего цветения. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Буду рада видеть вас в гостях.